Всякие вам подсказать, да, навязчивый южный сервис, восточный, когда эти самые продажники на вас налетают, как коршуны, методом цыганского гипноза пытаются вам что-то впарить. На короткую дистанцию не экологично это, конечно, срабатывает, иначе бы они это не делали. Когда работал в ресторане, у нас был 13-часовой тренинг, как продавать. По итогу я стала самым успешным продажником, именно потому что вразрез с политикой заведения не использовала часть их тактик. Да, мы много слышали таких историй от людей в продажах, и это, как правило, этики, которые не пользуются какими-то дебильными алгоритмами, которые им предлагают. И у них все хорошо. Да. А к тем, кто постоянно пишет эти алгоритмы, конечно, очень много вопросов, потому что это до сих пор существует. Например, нас заставляли называть гостей по имени. Ужас. Ну, то есть такой единый подход ко всем в таких тонких этических вопросах. Да. Все люди разные. Кому-то это понравится, кому-то это вообще не понравится. Какого хрена ты ко мне по имени обращаешься? Да, я тебе что, Братслав, ты кто вообще такой? Вот, то есть, понимаете, это очень по-разному может. Поэтому есть безопасная дистанция обычной вежливости социальной. Вот в рамках ее лучше оставаться в нейтральной абсолютно. А когда там какая-то очень жесткая политика в этических штуковинах, это значит, что у человека либо с этикой, либо с эмоциональным интеллектом все очень плохо. То есть что за человек к вам пришел? То есть ему просто позырить, ему реально что-то надо? Или ему, может быть, ничего не надо?